наваливаем бас. Папа так не любят нас. Не любят нас. Мы наваливаем бас. Папа так не любят нас. Так не любят нас. Мы никому не даем спать. Всем привет, мои дорогие друзья! С вами ваш Мангуст, я рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня у нас долгожданная погоня Farming Simulator 17. Настал этот день, вы очень часто писали в комментариях: Серега, давай быстрее погони, 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 мы хотим погони. Все, ребят, будут вам погони. Я набрал себе команду полицейских, вот они во главе с Наташей. Это два стажера, и Наташа, ну пусть она будет там, ну типа, капитаном. Вот, Наташа капитан и два стажера, он даже сигналит. В общем, смотрите. Сегодня будет такая идейка. Кстати, обязательно сразу ставь лайк прямо сейчас. Давайте наберем на погоне безумное количество лайков. Блин, зачем вы сигналите? Зачем? Давайте им напишем. Зачем вы сигналите? Зачем вы сигналите? Типа, я же пишу ролик. Смотрите, они будут за мной сегодня гоняться. Идея такая. Я угоню зелок 130, на этом зелке я украду зерно с элеватора, а эти ребята меня будут искать. Смотрите, что я придумал. Я взял вот такой вот худ, ну худ это скрытие интерфейса, и теперь они не будут видеть ники, то есть они не поймут, что это за человек едет. То есть это как бы деревенская маскировка такая. Так что смотрите, я сейчас сажусь в 130 зелок, там он уже груженный зерном, и буду от них уезжать. Я им напишу гоу, они за мной поедут. Поэтому, ребят, давайте прямо сейчас ставим Лукас. Пишите ваши комментарии по поводу погонь. Какие еще такие идейки сделать, обязательно исполним. И, конечно же, пишите интересные комментарии, и вы попадете в следующий ролик, как вот эти ребята. Ну что, погнали, я сажусь в зелок 130. Блин, у меня тут еще безумное количество тачек. Так... Есть, вот он зелок, находимся мы на элеваторе. Я себе, в принципе, знаете, не буду отключать, наверное, или тоже, ладно, худ этот отключу, чтобы интерфейса не было видно. Интересно, а может быть какой-нибудь план сделать, куда я могу поехать? Сейчас по карте посмотрим. Давайте так, я... Не, давайте, ладно, просто будем ездить, потому что тут непонятно, куда можно будет это все отвезти. Но вообще нам нужно украсть это зерно. Даем им на... То, чтобы они меня поймали, 10 минут. Если за 10 минут они меня не заблокируют как-нибудь, потому что найти меня этого мало. Нужно обязательно заблокировать меня, прижать к дому или еще что-то. То если за 10 минут они не справляются, мы либо меняем тачки, если, допустим, они меня раньше найдут, мы меняем и ставим ВАЗ-2105. Точнее, ВАЗ-2115 ДПСная. Если они не справляются, то... Будем в следующей серии тогда использовать 2105, потому что они быстрее. Ну что, поехали. Пишу им go. Они будут знать, что я здесь. Все, go. Go. Go, 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 go. Все, ребят, я поехал, погнали. Блин, ну это вообще, я, кстати, на руле. Сейчас посмотрим, как будем удирать. Все, погоня началась, пацаны. Копы так не любят нас. Валим. Валим с элеватора. Они, в принципе, сейчас знают, что... У них сводка поступила, что с элеватора было украдено зерно. Я могу, в принципе, даже спрятаться. Неважно, я не обязательно могу ездить. Я знаете, что сейчас придумал? Я поеду в деревню и спрячусь за домом. Картой пользоваться нельзя. Они тоже не пользуются картой. И я сейчас, знаете, куда заеду? Я заеду в свой дом. Интересно, они смогут меня достать? Подождите, давайте, давайте, давайте. Вот так вот припаркуемся. Прям сейчас интересно будет. Мне кажется, они этого не подозревают, что я где-то могу остановиться. Так, и сейчас ворота закроем. Подождите, подождите, подождите. Это сейчас будет вообще трэш. Закрываем ворота. И я сейчас... О, у меня же здесь на крышу можно залезть. Так, надо движок заглушить, чтобы они не слышали. Хотя, с другой стороны, если я заглушу движок, я не могу резко стартануть. Ребят, это просто безумная какая-то сейчас, мне кажется, погоня будет. Я вот так вот сейчас залезу. Наблюдаем. Ждем их. Так, пока я никого не вижу. А, они меня сдалека, интересно, могут увидеть? Так, они могут только найти меня по следам, если догадаются. Но я вообще никого реально не вижу. Это класс, ребята, это вообще... Так, пока ни одной живой души. Неужели никто не поедет в деревню? Интересно, они разделились или вместе находятся? В принципе, если они меня здесь найдут, то это будет жесть. Я никуда не смогу уехать. Пока никого не вижу. Пока в Багдаде, как говорится, все спокойно. Наблюдаем. Вообще никого.
Куда они поехали, интересно? В какую деревню они поехали? Они же должны знать, что элеватор находится здесь. Так. Слушайте, ну это вообще ни о чем. Я даже их не вижу. Вот тут надо за этим, за трубой спрятаться. Походу, это самая быстрая погоня, ребят. 10 минут. 10 минут им даем. Если за 10 минут они меня не находят, то все. Я как бы победил, и я угнал зерно. Хоть бы одну машину увидеть, реально. Куда они поехали? Неужели они не догадались, что я поеду в свой любимый домик на Курае? Это же мой любимый домик на Курае. Неужели они не догадались? А, они сразу... Все, я понял. Ну ладно, давайте посмотрим. Чисто посмотрим. Все-таки я могу карты? Где они находятся? Они ищут внизу меня. Они внизу ищут, смотрите, в той деревне. Вообще не там. Надо им написать. Блин. Они не там вообще, вообще. Очень холодно. Это, ребят, вот такая. Может быть, как-нибудь следующей погоне сделаем. Федор Иванович что-то догадался, смотрите. Федор Иванович что-то догадался и едет в мою сторону, не знаю. Он остановился. Он остановился. Так, Наталья с Тохой поехали по 11-му полю. В сторону СТОшки. Федор Иван. Они что-то обсуждают, ребят. Если что, они по голосу, они могут говорить. Они между собой что-то обсуждают. Единственное, что они не могут пользоваться картой, как я. Поэтому они не видят. Они не видят. И вот они приближаются. Реально, увидят ли они машину? Вот это самое интересное. Догадаются ли, что здесь машины не должно быть? Так, вот они... Едут теплее. Сейчас напишу им. Нормально, в правильную сторону. Федор самый теплее. Вот, они уже еще приближаются. Сейчас напишу Федор теплее. Вот. Все сейчас они поймут, что Федор Иванович находится где-то близко и повернут в сторону. Ага, но они, видите, в чем у них прикол? Они не могут пользоваться картой, они примерно, нужно знать очень хорошо карту Курая, чтобы ориентироваться. Федор Иванович где-то здесь уже, где-то близко. Его можно уже, наверное, наблюдать. Вот он где-то сейчас по той дороге поедет. Вон! Нет, блин, это листочек. Так. Вот где-то сейчас вот там проедет. Так, Наташка с Тохой поехали вдоль 11-го поля. Ну, в принципе, логично. Можно подумать, что я спрячусь где-то... Где-то там. Ну, может быть, это... Вот, он едет по деревне. Ребят, он едет в мою сторону. Я не знаю, видит он меня сейчас. Вон она. Смотрите. Он едет в деревню. Так, надо прятаться за крышу. Может быть, это даже немножко не погоня. Но у нас сегодня именно не совсем погоня, а угон... машины. Смотрите. Он повернул не туда. Ладно. Я не знаю. Ладно, ребят. Я уже 4 минуты здесь сижу. И они меня не могут поймать. Реально. Ладно, поехали. Прикол. Им потом, прикиньте, смотреть. Валим. Все. Я тоже теперь картой не пользуюсь. Это чисто обстановочку. Посмотреть. Давайте теперь попробуем прорваться к той деревне. Именно к той деревне. Если они меня засекут, это будет жесть. Ну это круто, ребята, понравились вам такие ролики? Реально, вот прямо сейчас напишите, хотите ли еще таких роликов. Я понял, что Егор поехал вот в эту деревню. Так, это вообще крутяк, пацаны, видите, следы видно? Так, они могут догадаться. Так, куда мне ехать? Подожди, если я туда поеду, то там будут... они, мне кажется, все туда поехали. Потому что я видел Егора. И он поедет туда. Все пока тихо, все спокойно, я никого не вижу, это меня радует. А, и надо было, знаете, еще условие какое сделать, что мы можем ездить только по дорогам, потому что тяжело встретиться на карте, на самом деле. Хотя, вот я сейчас вот по этой дороге тогда поеду, я не хочу там светиться, пока никого. Вот это реально круто. Это даже не погоня, это реальный угон тачки в поисках с полицейскими. Но если они меня найдут... Мы тогда погоняемся. Скорость очень хорошая у Зилка. Вот, казалось бы, Зилок.
грузовая тачка, но скорость реально хорошая. Впереди какие-то машины вижу. Не знаю, что это такое. Нет, это не они. Так, судьи... Блин, я врезался, пацаны. Пока никого нет. Это меня радует на самом деле. Мне... Ну давайте приберемся тогда к той деревне. Не, ну реально. Чё, неужели я никого не встречу? Где хоть они ползают? Серьезно. Я тут уже в коровник заехал. Ой, свинарник. Мне кажется, если... Прикиньте, если они меня найдут, какой там у них ор будет в чате. Что он здесь, это вообще жестко будет. Не, если бы я отсиделся в доме, я вам уверяю, они бы 100% меня не нашли, но это нечестно по сравнению к ребятам. Это, ну, совсем нечестно будет, потому что они же не знают, что я могу прятаться. Хотя, как можно не знать? Надо каждый дом облазить. Каждый дом облазить. Я, походу, я реально проеду сейчас незамеченным. Они меня не видят, они не знают, где я. И я не знаю сейчас, где они. Так, надо аккуратно. Блин, ну вот это да, вот это курай. Просто не видно. Вообще, просто же скач. Неужели их не будет? Неужели я спокойно проеду? Ладно, я прям посмотрю, ребят. Я посмотрю, где они находятся. Они, короче, в этом. Они в этом. Ладно, сделаем прикольно, потому что не совсем будет круто, если я вам не покажу погоню, согласитесь. Но надо потом им сказать, чтобы они... Надо больше народу. Ребят, если хотите со мной сделать вот эти РПшки с маскировкой на фарминг-симулятор, реально, именно это я назову маскировкой. Вот у ребят, у некоторых топовых тоже ютуберов есть маскировки, там где-то они в этих, как его... Forza Horizon, там еще... Вот он! Вообще просто... Сейчас там, прикиньте, ох какой! Поехали в деревню, пацаны. Все, они узнали, где я сейчас. Опа-на, я только одного увидел. Не, ну Федор оказался самым-самым-самым прошаренным. Он реально меня нашел. Вон вторая буханка справа. Так, пешеходы, уйдите нахер отсюда, вы что тут? Погоня. Две буханки уже за мной, не знаю, кто это. А, я-то вижу. Все, ладно, я убираю. Так, 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 он может меня... А, люди, 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 куда же вы лезете-то? Ну чё, они догоняют меня? Блин, слушайте, ну это реально нечестно, я так понимаю. Как-то слишком медленно едет буханки. Где хоть они? Он потерял меня из виду. А какая у меня скорость? Ну-ка, я просто... 68, 70. Ну, у них тоже под 80. Почему он меня не может догнать? Как так-то? Где они? Они меня опять потеряли. Не, реально, без карты круто. Без карты круто. Ну давайте их поманим. Мне серьезно это нравится. Вон они, вон они, вон они, вон они. Смотрите, вон едут. Первый, есть. Первый пошел. Вот сейчас их попроще будет. Я сейчас их всех соберу. Я не знаю, кто это. Я сейчас всех их соберу. Вот сюда, березу его. Обманул. Двое есть. Там третья буханка, нет? Не вижу третьей буханки, реально не вижу. Опа, 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 чуть береза не въехал. Перехват пошел, не знаю, кто это, но почему вторая не едет, почему третья нету, буханки, где они? Где полицейские, почему ему никто не помогает? Кто это? Это Федор опять? Ну-ка, посмотрим, кто это за мной едет. Но это Наташка уже, это на... Где остальные? Что за херня? Вот, 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 план перехват. Опа, опа. Две буханки, где третья буханка? Две есть. Что-то они реально медленные, я не знаю. Они не едут. Я сюда свернул. Вот третья, все, троих собрал. Давай, 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 в свой дом поехал. Нет, ну там я не буду парковаться, потому что они сразу меня перехватят. Вот сюда, и в деревню, и валим просто. Теперь мы знаем, где они. Ну, они знают, где я. Не, ну чё-то как-то это... Чё-то как-то... Не, надо пятнашки брать, ребята. Чё-то буханки реально не прут. Тем более, смотри, один потерялся. Вон они. Я чувствую, пока я не попаду в какую-нибудь аварию. Ладно, все, по чесноку едем. Он меня догоняет. Блин. Ай-яй-яй-яй. Ой, чуть не свалился.
чуть в газель не въехал. Вы че там? Они все поврезались, прикидываете? Они просто все поврезались. Это вообще жесть. Это жесть. Я их... Смотри. Дышь, ну а нафиг просто. Не, ну один он ничего не сделает. Я специально взял троих, чтобы они... Где двое-то еще? Вы что там? Вы где там застряли? Раз. Ну почему не перекрыл? Вот сейчас шанс был у этого гаишника перекрыть меня. Где третий? Почему двое? Вот он, видите? Он догоняет. Скорость... Ай, тут-то, ё-моё! Капец, ну... Они не успели. Они перевернули, но они... Как так? Вообще просто взяли мне зелок, перевернули. Слушайте, такой прикольной серии я давно не снимал, на самом деле. Я думаю, эта серия просто вас рассмешит. Я сам тут на лыбе давлю, сижу давлю. Чёрт! Тут тупик, блин! Тут тупик! Вы чё творите, черти? Вы чё, вообще, что ли? Ай-яй. Да вы, блин! Да вы чё творите-то? Ну, вот этот просто кадр. Вот это вообще кадр. Давайте его подтолкнём. Вы чё вообще просто... Так, минус один полицейский. Подожди, давай его это, грохнем. Минус один полицейский. Покеда. Не, ну на самом деле я как бы заехал в тупик. Может быть здесь, да. Может быть. Минус два. Минус еще. Он выехал? Ну ладно. Пусть они меня поймали, согласен. Все. Пусть, ладно. Это была погоня. Это пока, ребят, первая такая... Первая, в общем, первая съемка. Ладно, включайте мигалки, я сдаюсь. Там открываем двери, если они здесь открываются. Все, ладно. Валим с остановку. Ладно, а я что, я просто здесь сидел так. Не, на самом деле, ребят, понравилась ли вам серия, напишите в комментариях, я получил море удовольствия. На самом деле, ребята, наверное, тоже. Если вы хотите со мной снимать погони и быть полицейским, то скачивайте мои моды, ссылка в описании, все моды скачивайте, которые там есть, и будете со мной также гонять. На самом деле, если набрать побольше народу, человек это 10, то будет вообще полный угар, пацаны, на самом деле. Это пока первая такая пилотная серия, вот с такой фишкой именно угона. Да хорош меня таранить уже, ребят. Вот, на самом деле, мне очень понравилось. Давайте посмотрим, насколько вам понравилось. С каждого по лайкосику, подписочкой на канал, с каждого комментарий. И это видео мы выведем в том, это будет деревенская маскировка и угон тачки. Всем спасибо за просмотр, ребята, спасибо за работу. На самом деле, было очень угарно. Вы потом посмотрите, где я прятался. Вы задержаны. Ну, наконец-то хоть кто-то написал. Все, ребят, надеюсь, вам понравилось. Всем пока-пока, с вами был ваш Мангуст и полицейский, которым дадут, наверное, звездочку за поимку опасного угонщика зелка. Всем пока, всем спасибо за просмотр, удачи.